Потом, зачем же мы, собственно, здесь собрались? Наша концертная цель не только художественная, литературная, но и благотворительная. Мы собираем средства на лечение нашей подруги, очень хорошего, светлого человека Саши Мендель. Саше всего 19 лет, у нее рак. Как вы все знаете, вход на наше мероприятие бесплатный, но у нас шляпный сбор. Шляпа символизирует вот в том конце зала яркая сумочка. В эту сумочку вы можете что-нибудь положить, если хотите помочь Саше. Можно также купить что-нибудь с ярмарки. Все средства пойдут на лечение Саши. Да, начинаем. Спасибо всем, кто пришел.